Плохая девочка, плохая, Кать, понимаешь? Нельзя убивать животных, ну, точнее, черепах в Майнкрафте. Она в предыдущей серии хотела черепаху зарубить, прикиньте. Да и... почему нельзя? Да потому что тебе кто-то наврал. Ей сказали то, что если убить черепаху, черепахи выпадет какой-то подводный шлем, с помощью которого можно плавать под водой. Когда они растут, когда они вылупляются из яиц, только тогда из них выпадают панцири. Поэтому как бы не зря я в предыдущей серии зачарил себе кирку на шелковое касание. И мы сейчас, Кать, с тобой пойдем добывать яйца. Ты любишь яйца? Я люблю яйца. Я люблю яйца. Ты мне объясни, пожалуйста, почему коров и овец убивать можно, а, например, черепах, лошадей нельзя убивать? Да, ну, потому что ты коров убиваешь, из коров выпадает мясо, которым ты питаешься. Черепах нифига не выпадает. Панцири с них выпадают только тогда, когда они растут. Поэтому тебе кто-то наврал. Ну, надо... хорошо. Встань на место. Надо чаще читать комменты подписчиков. На самом деле мы и так ваши комменты читаем под каждой серией. Я еще не договорил. А еще, Кать, надо свою кошку кормить немножко чаще, не раз в неделю хотя бы. Я кормлю! Это что за животное только что проснулось? А еще... Я кормлю. А еще подписчики тебя в комментах ругают, то что ты почему моего чебурака кормишь гнилой плотью? Его надо кормить нормальной едой. Вообще-то, я его вообще не кормлю. А, да, вот к чему мы пришли, то, что она вообще не кормит. Ладно, это подписчики мне писали, что, мол, Едисон хватит кормить своего пса гнилой плотью. Ладно, эй, ты куда? Если он так будет перебирать продуктами... Она тебя обманула, она обратно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Смотри, смотри, что ты делаешь! Это что такое? Я сейчас сам просто в диком шоке пребываю. Она такая, ага, все свалились из дома, можно на кроватке поваляться. Так вот, что она здесь делает, пока нас нет дома? А еще тем более она на моем месте спит, а не на твоем, прикинь? Она как трактор просто мурчит. Ладно, тихо. Да зачем? Ну зачем? Она так хорошо лежала. Ладно. Ладно. Чебурак, я тебя кормлю только потому, что подписчики заставили. А еще знаешь, иди сюда. Ты заметила, что я здесь сделал вне серии? До записи. Вот этот забор? Вот это. Ну, просто чтобы мы каждый раз, когда здесь мимо пробегали, не падали вот в эту яму. Наконец-то. Наконец-то мы больше не будем падать. Наконец-то. А еще знаешь... Иди сюда. Подписчики реально годные вещи пишут в комментариях, ну иногда. А где ты? Не учитывая то, что они написали, что черепах надо убивать. Иди сюда. Знаешь, что они написали? Что? Когда мы будем ложиться спать... Если перед этим покормить котяру, если открыть двери... Да, она принесет что-то. А она ночью что-то принесет, какой-то подарок. Давай, может, попробуем. Протестируем вот это. И, прикинь, она принесет нам алмаз. Хотя очень сильно сомневаюсь. Давай, покорми ее, покорми. Все, пускай она вот так стоит. Все, котяра, слезь в моей кровати. Слезь. Вот, нет, сделай так, чтобы она стояла, а не сидела. Сделай так. Ой. А, только Катя может кошку на удочку ловить. Подожди, я нечаянно. Вот, все, встала. Все, давай, ложись спать, ложись. Подожди, точно? Встала? Да. Да ты что делаешь, собака? Да... Ладно, давай, ложись спать, может так сработает. Ну, не знаю. Нужно, чтобы она стояла. Кать, сделай так, чтобы она стояла. Да я не могу, она, видишь, сидеть хочет. Она уже одомашнилась, она не хочет выходить. Ленивая задница. Ладно, иди сюда. В предыдущей серии мы с Катюхой нашли в каком-то там подводном данже вот эту удочку на везучий рыбак 2, зачарование. Но, как видите, я ее уже почти израсходовал, и я здесь ловил рыбу. Отдал Кате 40 тресок. Ну, короче, сейчас вот Милке на всю жизнь хватит рыбы, она там обожрется прям до потери пульса. Но плюс к этому всему... В предыдущей серии Катя выбила книгу, а в этой я выбил книгу. Здравствуйте. Что? Она вышла. Да хватит ее кормить, она реально разжиреет, как кабанюха какая-то. Книга на пронзающая стрела 3 и на остроту 3. Ну, то есть я могу выбрать или зачарить свой арбалет на то, чтобы он проходил мимо монстров, ну, когда стреляешь. Или я могу зачарить свой меч на остроту 3. Потому что там выбор, или одно, или другое. Кать, что мне выбрать? Остроту? Ну просто смотрите, я сейчас, скорее всего, зачарю свой меч на добычу 2. Ну то есть мы будем ходить в ад и с большей вероятностью выбивать бошки с визер-скелетом. И плюс к этому всему я потом дочарю его на остроту 3. Какой же мощный меч будет? Мощный меч? Я сказал мощный меч, а не мощный меч. Мощный меч.
меч? Мощный меч будет. А еще Кать, ты лохопудина, потому что ты в предыдущей серии зачарила вот эту меч свой на силу 3. Оказывается, сила 3 это на лук, а не на меч. Поэтому мы с тобой просрали зачарование на силу 3. Это не мы с тобой просрали, это ты, лох, мне не сказал. Ты же все знаешь, я не знаю. Ну потому что я думал сила 3 на меч. Я просто всегда играл на английской версии Майнкрафта, то перешел на русскую и вообще запутался. Короче, Кать, иди сюда, нужна барабанная дробь. Ой, ну опять что ли? Почему я всегда подрабатываю у тебя барабанной дробью? Будет барабанная дробь или нет? Будет. Давай. Все? Еще! Это короткая! Да-д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 а! Добыть! Оно изначально зачарилось на добычу 2 и остроту 3! То есть получается, я не просрал книгу. Я сейчас могу зачарить пронзающую стрелу на арбалет, или все же я могу отдать остроту 3 Кате. Наверное, все же нужно отдать. Ладно, пошли. Чтобы Катя, ну как бы сильнее хотя бы рубила монстров. Иди сюда. Ты помнишь уже, да, как все чарится? Да. Давай, чарь себе. Просру я эту пронзающую стрелу, но зато Катя будет намного сильнее. Мне нужно сейчас эту книгу поставить и лазурит рядом, да? Нет, тебе нужно зайти в наковальню, поставить меч и поставить книгу. Плюс книга равно починка острота 3. У Кати меч намного лучше, чем у меня. Да хватит реально ее кормить! Да я чебурака кормлю раз в неделю! Ну ладно, раз в день. Вот и я кормлю столько, сколько захочу, чтобы ты больше не говорил, что я ее голодом морю, ясно? Морит ее голодом, даже не стесняется. Короче, тростник вырос, вырос. Тростник можно собрать, чтобы потом добавить нашу библиотеку. Реально, смотри, какой он огромный прям вырос. На, забери. Давай. И потопили Катюха в нашу лодочку. Надо валить, искать черепах, надо их спаривать. А как черепах спаривать? Водорослями, да. Опа, садись. Давай, садись. Это что за лодка такая новая? Она белая просто, с другого материала сделана. Да. Много ты чего не рассказываешь мне, конечно. Ну что, Кать, рассказывай истории из жизни, пока мы плывем. Ой, да знаешь, я вот сегодня играла в Майнкрафт, пока тебя не было. Ага. И вот там черепахи были. Угу. 4 штуки. Ага. Я их не стала трогать, думаю, ладно, пусть живут. Ага. А еще нашла в деревне 2 алмаза. Врёшь в очередной раз и не краснеешь. Опять врёт. Воу-воу-воу! Ой, что это было? Что это? Это что за ядрить колотит, как мы на дно уходим? Да я не могу! Я тоже не могу! Я на спейс нажимаю! Нас сосёт! Что за фигня? Кать, меня сосёт! У меня сосёт вниз! Ну, в смысле... Почему мы не умираем? Иди сюда, ты сейчас утонешь, иди сюда. Я могу подняться. Ну ты сейчас утонешь. Нет, о, лодка. Это наша лодка, ее сосанула, просто вниз засосала. Я первый раз встречаюсь с такой фигней. Я сейчас обгагундился. Короче, здесь какая-то подводная шелуха, которая нас очень хорошо так сосала, ну, засосала вниз на 11-ю высоту. А как ты там вообще дышишь? Я стою на вот этих камнях, они излучают пузырьки воздуха, вот, и я могу дышать. Господи, понимаешь? Ясно. Там есть как что-то важное, что нам нужно собрать? Я сейчас обгагундяюсь от удивления, если здесь я буквально за одну секунду смогу найти алмазы. Я просто вперед пробегусь и обратно. Тебя опять сосало? Видите, вот где пузырьки, там сосет. Там сосет очень, ребят, не идите туда, где сосет. Тут очень много монстров, поэтому я текаю с городу. Я поняла, это, короче, воронка. Да. Воронка прям, которая, знаешь, засасывает так, да, конкретно. Сосёт по-жёсткому. Я успею наверх вылезти? Я успею? Нет, сейчас умру. Вылезай. Я только что вылезла и в эту же секунду сдохла. На, Катюха, ладно, крафти себе я сейчас тоже шандарахнусь, подожди. Так, я выплыл посередине океана. Но зато я тебе... Без лодки, да? Без лодки, да. Я сейчас буду крафтить лодку, потому что у меня даже бревна нет. О, здорово, ёпты. Ты плывешь? Я плыву обратно за лодкой, где она здесь находится. Ее сосануло вниз, я не знаю, где она. Я вижу лодку! Главное, не соси, пожалуйста. Всю лодку я добыл и обратно вверх. Опа. У меня не получилась лодка.
Абордаж! Капитан Барбоса! Садись в лодку. Ты нормальный? Ну так, как тебе сказать? Крафти ножницы, сейчас мы с тобой спустимся за водорослями и будем приручать черепашек вот этих, да, которых Катя убивала в прошлой серии. Железо. У тебя есть железо? Нет, у меня с собой нет железа. Есть два кусочка железа, чтобы... Ладно, я сейчас сам себе скрафчу, спасибо. А мне тоже, дай мне тоже ножницы. А у меня нет, у меня только один кусочек железа остался, все. Так возвращаемся домой. Ты в пролете, нет, как бы нам хватит и одни ножницы. Пипец, даже ударить тебя в лодке не могу. Зачем меня бить? Увидишь черепах, ори, пожалуйста. Конечно, конечно, черепах больше не будет. Катя же всех перерезала в предыдущей серии. О, иди туда, вон плыви она. Туда. Плыви, плыви туда, я добуду пока водоросли. Туда это куда? А к ней? Да. Давай, оп, 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 оп. Все, давай плыви. Нормально, водоросли есть. Ой, пока ты доплывешь, черепах родить сможет. Я уже здесь. Ну что делать дальше? О, надо ее как-то пришаманить вот сюда, потому что здесь еще одна черепаха. Я не знаю, честно, кто из вас мальчика, кто девочка, кто кого будет вот это самое, но я тебя покормлю. Неважно, да, кто кого будет. Вторая, нам вторая черепаха нужна. Она же сама не сможет родить, да? Почему? Ну, в смысле, надо одну черепаху с другой черепахой, чтобы они вот это дитё свое зачали. Так ты спускайся под воду и там корми ее под водой. А ты откуда я могу знать, где еще одна черепаха? Ты где так черепаха? Она... Вон она! Где? Я ж только что вместе с ней плавала. Ну где она? Ну вот. Где? Ну, вот. Это я плаваю, это не черепаха! Ну она только что тут плыла, чуть-чуть подальше уплыла, куда-то посмотри вокруг. Как только мы с тобой начали говорить про шпильки вот эти, моталки, чтобы зачать ребенка, ну черепашего, все, она как бы испарилась. Это по-любому мальчик. Это по-любому был мальчик, вот там походу девочка, а мальчик как только услышал о ребенке, сразу же умотал отсюда. Все, нет черепах! Ой. Прекрасно. Ну Кате нужно просто меньше было убивать черепах в предыдущей серии, вот и все, не было бы вот такой фигни, как сейчас происходит. Я не убила черепаху, ты мне не дала ее убить. Она убила черепаху в предыдущей серии. Если ты хочешь посмотреть, как Катя там потом получила по заднице за то, что она черепаху убила. Нажми. Посмотри, пожалуйста. Быстро, быстро нажми на подсказку, пока меня зомби не съели. Посмотри, пожалуйста, на предыдущую серию. Ты ударила черепаху. Она, да. она опять хотела зарезать черепаху. Короче, посмотри. Да я зомбака убивала. По подсказке посмотри, и ты убедишься, какая Катя не любительница черепах. Вот они, две рядом! Быстрее, быстрее! Вот они, две рядом! Давай! Иду, вот, иду, 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 иду! Давайте, давайте! Соситесь! Соситесь! Только романтический... Романтический ля, какой у меня достиг... Все, она идет откладывать яйца. Все, ждем теперь. Ждем? Я не знаю, сколько надо... Да ты залезь на вот эту сушу Дуримонда! Вот здесь яйца надо откладывать. Отойди, я ничего не вижу за тебя! Господи... Пресвятые черепашки. Я только что сидел с открытым ртом. А можно мне взять яичко? Нет, ты не можешь, поэтому как бы я и скрафтил эту кирку, только с этой киркой можно его брать. Опа. Это яйца черепах. Черепашье яйцо, наоборот, Катюха. Яйца черепах, черепах, яйцо. Так, смотри, что мы с тобой сейчас можем сделать. Нам с тобой дома надо сделать какое-то мини-убежище, потому что, как я знаю, подписчики говорили, что каждую ночь все монстры хотят убить черепах. Поэтому надо сделать какой-то такой небольшой загончик, чтобы они там вот это выращивались. А там вода нужна? Да, вода тоже нужна. Поэтому давай садись. Тогда погнали делать. Давай садись и потопали. А мы сегодня в ад пойдем? Я не знаю, Катюха. Зато мы с тобой станем в очередной раз папой и мамой. И у нас реально скоро можно будет открывать и аквариум собственный, и зоопарк собственный, и мамину маму собственную. У нас реально скоро будет столько животных, что с ума можно будет сойти. Да, здорово. Ладно, покормлю еще раз тебе ненасытные у нас животные. Ударил. Ты можешь вот прямо сейчас, иди сюда, сделай так, чтобы кошка стояла. Вот! Корми их, покорми ее сначала! Покорми! Да ёперный как она села на меня! Ты видишь, она легла на меня! Задница лентяйская, иди нам принеси алмаз или что-то. Покорми.
Да хватит задницу свою прочесывать у нас! Иди делай, делом занимайся! Да, вы что там прыгаете? Да уйди отсюда ради всего хорошего! Стоит, она стоит. Стоит. Только не садись, сейчас, сейчас. Иди сюда, быстро, иди сюда, ложись спать, быстро. Я её покормила вроде как. Ложись спать, быстро, быстро ложись спать! Она опять села! Она опять на тебя завалилась! Да иди ты в за... Еще раз. Самая ленивая кошка, которую я когда-либо видел на этой планете. Фу! А еще и ты туда... Слушай, ты... Хэндэхох, ёпты! Не! Чё там происходит? Да, скелет оборзел просто. Так, я хочу сегодня выгулять нашего псину вот этого. Потому что он дома сидит. Так, пошли, пошли, пошли. Всё, ага, ты вот так вот, да? Будешь за мной, чебурак, ходить. Так, в первую очередь, что мы делаем? Приступим. Так, 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 так и вот так. Делаем заборчик примерно столько. И вот так. Делаем две калиточки на всякий случай. И, Катюх, потопали за мной, чебурак, не теряйся. Так, я тебе предлагаю где-то вот здесь сделать наш загон. Не топчись по пшенице! Ты смотри, что эта пописяка сделала. Что? Она картошку мою протоптала. Чебурак, у тебя все хорошо. А мы, кстати, я с кошкой тоже гуляю, только она выйти не может. Господи, бедная, выходи. Твоя кошка ленивая задница. Ты через воду пошла, ты не могла пойти через террасу, которую мы проложили, а? Она реально любит воду, ты какая-то... Какая-то странная кошка, вроде как бы... Эй! Она развернулась. Ты вот обидела ее. Она, походу, она ЧСВ просто, она ЧСВ, она вот выпендривается. Иди домой, ёпты. Короче, все остальные животные просто в офигенезе. Вот вы видели, мама, мастер и Маргарита? Вы чебурак? Иди домой. Все, иди домой. Да не сюда, домой. Домой, вот туда, дом там. И закрой ее там ради всего святого, чтобы она дома сидела. Ара-та-та-та-та-та-та. Опа, 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 опа. А где чебурак потерялся? Он же на поводке. А поводок куда-то пропал. Чебурак! Ой, с этими животными, как с детьми, реально. И здесь какая-то аномальная зона образовалась. Кать, у нас все по одному месту идет. Что это за дичь? Что? Что это такое? Ведро какое-то, что? Вот это Бермудский треугольник, что это? Я не знаю, что это. Мы просто искатели всяких багов. У нас самые непослушные животные на этой планете. Так, а чебурак-то где? Да я не знаю, где чебурак исп... А реально, он, может, он утонул вообще? Чебурак! Ты сейчас серьезно? Ты что здесь делаешь, пописячный? Пошли давай! Давай, пошли! Я тебя выгуливаю раз в две недели, поэтому не теряй возможность. Давай за мной. О, если бы он сейчас умер или там, я не знаю, утонул, хотя это одно и то же, я бы тебе этого не простила. Меня бы не простила, мне бы не простила. Это моя псина, да. Что хочу, то и делаю. А, то есть ее можно просто так взять и угробить, да? Не, ну как бы это нельзя, да, я согласен. Так, вот смотри, Катюх, что мы с тобой делаем? Ты делаешь, я смотрю. Я делаю, ты смотришь. Калитку сюда пиндюлим и калитку сюда пиндюлим. Вот так у нас будет. А сделай здесь... одну калитку, как человек. Ты делаешь какую-то дичь. Дичь делаешь только... Чебурак, вылези, это для вот этих черепах. В смысле, чтобы было больше места. Так неудобно, ты все равно проходишь в одну. Ой, бред какой-то, оставь одну. Да. Сюда я пиндюлю одно яйцо. И сюда я пиндюлю второе яйцо. Все, вот когда черепахи вылупятся, вот тогда должна появиться вот эта чепуха, вот эта шелуха. Вот. И вот тогда... Вылезьте из воды, пожалуйста. Иди сюда, чебурак. Давай я сделаю эту фигню, чтобы Катя не ныла. Сделай одну. Бред сделай. Какой-то вообще. А, о, вот смотри, так я чебурака здесь. Чебурак, твоя новая должность. У вас повышение, чебурак. Большая заработная плата, зато и работа как бы по сложению. Охранять яйца, если видишь монстров, сразу их кусай за задницу. Хорошо, чебурак? Все, сидеть. Ой, Кать, я не знаю, сколько тысяч лет нам сейчас нужно ждать, чтобы эти яйца вылупились. День, два. Носится, смотри, просто всадник. 4, 5 дней, 6. Что ты будешь делать? Что за аномальная зона? Кать, ты, вот как ты считаешь, это нормально? Попробуем. В очередной раз? Да, давай, вот сейчас я кормлю и ложимся спать. Если она ложится спать на меня, я ее отдаю в кошачий дом.
Милка, если что, ты и так приемная, поэтому давай не заставляй отдавать нас в этот кошачий детдом. Корми её. Подожди, может быть, ее не нужно кормить? Может, она должна сидеть? Да она не должна сидеть. Подписчики в комментах писали. Нужно покормить кошку, чтобы она стояла, когда вы ляжете ночью спать, она побежит и принесет что-то хорошее утром, какие-то подарки. Давай, все, я ее поднимаю и кормлю, или кормлю поднимаю? Поднимай и корми. Поднимаю. Корми. Кормлю, поднимаю. Она после того, как пожрет, она не хочет свою задницу поднимать. Так я ее покормила, она присела, конечно. Так тогда нужно, чтобы... Так я тебе говорю, ты ее слишком сильно балуешь. Надо, чтобы она голодала. Вот смотри, где Чебурак? Чебурак, ты там жив вообще? Все, иди сюда. Мой пес не жрет неделями. Хороший пес. Служит, охраняет огород. А ты ее балуешь. Сколько можно жрать? Все, иди. Я ее поднимаю, мы можем все спать. Все, давай, раз, два. Давай. Дверь открыта. Да. Все. Давай. Собака! Ну, в смысле, кошка! О, я что-то поднял. Или ты что-то подняла. Что? Или мне показалось. Что? Был какой-то звук вот это. Я ничего... Веревку разве что? Не знаю. Я не помню, что у меня было. Зай, да нет, вроде ничего. Но я слышу какой-то звук, как будто... Так, подписчики, многоуважаемые, напишите, что мы делаем не так, и почему оно вот так, собственно говоря, а не так, как надо. Вот так, вот так. Почему оно так, а не так, как так? Ну, то есть, почему она ленивая задница? Надо, чтобы было так, а она ничего не приносит нам. Ой, все. Видишь, Милка, она на тебя обиделась, не надо маму обижать. Вот в следующий раз, в следующей серии она тебе пошлет тебя, скажи спасибо, что не на три веселые буквы, пошлет тебя куда-то что-то принести ночью. Вот если ты не поешь, реально, она тебя в детдом кошачий отдаст. Вот-вот. Ну вернись ты домой, ну бывают дети в семье непослушные, она исправится, а она пообещала. Кать! О, Ярик. Иди сюда, дети голодные, и мне борщ заваргань. Я больше не вернусь. Вот как. Ты куда ушла? Она в окно выпрыгнула, Кать! У нас тут, хотел сказать, человек за бортом. Кошка за бортом! Кошка за бортом! Она к тебе плывет, я же говорю, вернись домой, дети скучают! Она в окно просто взяла и сиганула. Вышла в окно.